А вот, друзья, я вам хочу показать морского ежа. Я его достал специально, чтобы показать вам. Когда вы на пляже, будьте осторожны, не берите в руки морских ежей. Их иголки впиваются в тело, и вы инстинктивно хотите их вытащить. А эти иголочки будут впиваться глубже и глубже. Поэтому, друзья, не трогайте морских ежей в Средиземном море. Это дело очень хлопотливое.